хотим уделить внимание подаркам, которые вы, возможно, думаете подарить на новый 2024 год. Обращаем ваше внимание, что следующим годом у нас будут править зеленые деревянные драконы. И нужно правильно к нему подготовиться для того, чтобы изобилие, достаток и благополучие были в вашей жизни. Поэтому первое, что нельзя дарить на новый год, и это именно, друзья, подарки, сделанные своими руками или так называемый handmade. Поэтому знаете о том, что это не лучший подарок, и как минимум хозяин следующего года это точно не заценит. Поэтому, пожалуйста, подумайте об этом. Помните о том, что дракону все нравится богато, роскошно и дорогое. Поэтому лучше подумать о том, чтобы подарить какой-то яркий, интересный или дорогой подарок. Далее, ни в коем случае не дарите некачественную парфюмерию и парфюмерию с какими-то такими яркими запахами. Если вы хотите кого-то удивить и порадовать, то дарите только именно оригинальный парфюм. Обращаем на это ваше внимание. Далее, что еще не стоит дарить? Это не стоит дарить какие-то подарки, копии брендов. Не стоит этого делать. Почему? Потому что вы таким образом привлекаете в свою жизнь копию чего-то, копию достатков других людей, а не оригинал. Также ни в коем случае не используйте в подарках и стихи огня. То есть откажитесь от зажигалок, от спичек, все, что связано, в общем, с огнем. Далее, не стоит дарить и часы. Вообще, часы под табу. И также не используйте при украшении подарка или сам подарок ни в коем случае не должен быть синего цвета. Обратите на это внимание. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ.